смотрите, как тут истерита. Вроде как истерита или пузита. Я так со стороны. Нет, истерита. Ухаживает за дедом. Ухаживает за дедом. Ай, пришла Таня, всю малину поломала. Все испортила. Да. Ой-ой-ой. Вот, что да, вот такое? Приготовили. Вот нас... Понимаете ли? Что? Что? Наверх. Наверх. Она знает. Да, да. Она знает. Педро, куда ты уходишь? Педро. Педро, 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 Педро. Думаю, что у него там опухоль. Мороженые пельмени с Сан-Тропе. Иди сюда. Танцору. Да просто такое точно будет мешать танцору. Нет, даже неплохому, я бы сказала. Нет, друзья, не опухоль это у него. Подушечка и кое-что еще. То, что мешает танцору. И авторитет. Да. Поэтому о, ты деду кинула большие, да, огурцы? Да, я не... Почему они оттуда все выгрызают? Мы даже не сомневаемся. Вот ну, тут как бы да. Девочки и мальчики, давайте. Ой, да. Пузита с мелкой. Рыжулька. А малыши вы? Ой, малюшки классные. О, смотри, они дерутся даже, малюшки. Где они дерутся? Не, я уже пока опустилась вниз, уже никто не дерется. Так, у каждого свой огурец. Педро, дорогой, иди сюда. Педро, Педро, иди сюда. Иди сюда, наш мальчик. Иди. Нет, нет, друзья, это для Педро. Педро, иди сюда. Что ты там сел, как сиротинушка? Грустишь. Педро, Педро это не иди тебе. Сюда. Иди сюда, Педро. Иди, дорогой мой. Ты посмотри, смотри, шо... Вы что, изгнали нашего Педро? Алло. А? Алло. Бандито, гангстерито. Ну ладно. Как там песенка это была? Значит, мы пузиточка. Бандито, гангстерито. Да, да. Так, пузиточка. Ой, пузита. Как тебе? Сейчас я палку принесу. Палку. Только на палке. Только давай на я палку. Подержу. А, ну ты вниз положила. Педро. Педро, камцу мир. Мой мальчик, тут упал огурчик у нас. Упал огурчик, я на него наступила даже. И огурчик, да, ну, девочка. Педро. Педро, ну иди сюда, хороший наш. Что за обидки такие? Была она по мосте. А вон она внизу. Внизу. Так, где ты? Педро, иди сюда. Один огурец оставь. Педро. Что-то он прямо в печали. Педро. Да. Грусть, тоска меня съедает. У нее забрали, это самое сильное. А тут все убирает. Дед? Да. Ну он же... Ты гляди, яка харизма, видишь, на голове. А да. Тут вот не снимешь а так. Мы-то видим. Педро. Куда ты пошел, дорогой мой? Иди сюда. Он уходит. Нет, нет, он уходит. Уходит, да? Угу. Он уходит. Он уходит. И уводит свой табор. Он пошел пить. Ну, так. Раз уходит, тогда мы сейчас угостим остальную красную. Перчиком. Педро, может перчик будешь? Так, ты глянь, не просишь и просишь. Там. Дед, давай. Второй кинь деду. Все, туда. Вот. Все, кидай наверх. Так, сейчас вот туда. В сторону будет кидать. Вон, Педро, Педро пришел. Кидай ему перчик. Педро! Ой, боже, ты чего? С ума сошел? Педро. С ума сошел? Педро, повернись. Педро. Там что-то застряют, что ли, они? Да, что-то один застрял. Иди сюда. Педро! Истерический товарищ. Педро! Повернись. Педро! Педро, они смотри, сюда. Огурчик. Совсем ни во что не ставят. Давай. Педро, смотри какой, еще вот это уговаривать его надо. Еще его надо уговаривать, вот это да. Так, ну ладно. О, все, я вытолкнула. Да. Все, последний перчик остался. Малую давай. Давай туда. Все, иди подбирай, да? Протаскивайте. Угу. Так, Изаура пришла. Малой, малой перец идет. Изаура. Что, девочка? Вон, малой, смотри. Внизу перец взял, выпустил. Ну, так бери, угощайся, девочка. Вон там есть у него... Педро, ты огурчик ешь, да? Маленький. Маленький.
Вкусно? Все, Изаура, иди бери, угощайся. Что вы? Вон Розита с донной розой. Ага, ты семки принесла. Сыпь давай. Все, пошли. Боже, она ее за хвост тащит прям. Педро наконец-то вот это вот соизволил. Не знаю, что. С ума сошел. Походу. Может быть. Дед он такой. Или у этих молодых гормоны играют. Тоже может быть. Дед, ты ж вроде как в прошлый раз уже это нормально все у тебя было. Держите. Ну, только я сфокусироваться. Дед ушел. Донна Роза. Подбираем здесь? Что здесь подбираем? Донна Роза, ты когда рожать собираешься? Сообщите. Ты нас известишь? Сообщите дату, девушка. Все ждут. Все волнуются. Ох, перчиком хрустит. Угу. Молодой, красивый. Молодой, красивый. Близко сидят, тут не снимешь. Так, ой, дед. Девочка. Дед близко пришел к усатому няню. Коалицию, наверное, создают. Ну, усатый дружат. Няня, он же ж педровский. Дружат против Педро уже, наверное. Все может быть, конечно. Что-то. Ну, Донна Роза не подходит к деду, он обходит его. Десятая дорога. Угу, вон дед сидит. Она его обходит, причем вот Розита на спине. Пошла. Ну, это ж молодой самец, вот. А он тут, смотри, жутко сидит. Ой, с перчиком. Угу. А ты что? Ты деду подкатывает. Предатель. Вот коалиция. А это может не усатый нянь. Ах, может, я путаю. А вот тут вот тоже, шарфует. Смотри, смотри, смотри. Пузита тут. Чего? Что такое? Роза к Дону Педро. А, это. Как Изаура. Изаура. Угу. Что происходит? Ну, видишь, вот они с Донной Розой вроде ничего так. Вон. Истерита сидит. Жаль. Что-то они все это поменялись этими местами. Мужиками, да. Да. Мелочь пузатая. Это вертихвостка. Ага. Ой, тебя будь здоров, расти широкий. Вон Пузита. Может, вот то усатый нянь. Или вот то. Нет, это нет. Усатый нянь был уже с гривой. Ну вот с гривой только один такой. И он вот это с дедом тут документы ему показывал. То этот, то любовник Донны Розы. Вот это вот. Вот этот, собственно, да. Персона. Да. А вот это был истеричка дедовский. Так, хорошо. А и? Где Педровский? Кто Педровский? Прихвостень у него там был. Ну не прихвостень, вернее, а был вот, у него в клане. Вот, вот этот он, вот. Донны Розы, любовник который. Ого. Так, короче. Ты запуталась? Я уже запуталась. Да, что-то это, знаешь, как-то. Или вот это любовник Донны. Начинали. Ну, они потому что два похожи очень. Очень похожи. Они похожи. И по возрасту они похожи. И вот этот вот, это кто у нас? Вот это кто у нас сидит? Пузита, да? Это сидит Пузита. Вот это кто там сидит? Истерита. Вот это такая тоже кругленькая, вот это вот. Вот они вдвоем, видишь? Похожие. Ну, это истерита, вон рыжулька ее. Так, рыжулька, дальше. Вон Донна Роза с Розитой. Вон молодая сам... Изаура пошла. Изаура пошла с молодым любовником Донны Розы. Отбила? Все, значит, он это и есть. Так, так. Вот, все. Ага. Вот, я точно вначале угадала все. Я все точно угадала, ты видишь? Я знала. Что такое? А что такое? Изя, Изаура, Изаура на дедовских. Изя. Педро всех. Такой, смотри, она прошел. Педро подкатывает, но Педро не соблазнился, как говорится. Что вот такое? Это что-то Педро, да, тоже головой такой. Крутит, что-то там он. Он бабам своим говорит, а ну в гарем пошли. Угомонились. Обе, я сказал. Видишь,
она ему уже все по взглядам все, только все, да. Приказал ей гриву перебирать. Так ты ж. Вот так вот тут страсти кипят. Мордасти. Ага. Так. Да елки-палки. Так. Вот. Вот все, и Завра ему там гриву перебирает. Так, что тут у вас происходит? Что-то вы оживитесь. Дед идет. Дед. Розита побежала, так. Розита побежала. Так, вот, Розита. Дед, так, дед, так, дед. Дед, что такое? Маленькую вот эту. Так, а эта взяла, смотри, подросток, да, прячет ее. Ох, дед, ненадежный дед ты. Дед не любит детей. Но он... Ну, не любит, он органически не переваривает. Он их только плодить может, все, но не терпеть. Вон пошла Донна Роза, а вон тут сидит истерита, вон с Рыжулькой. Угу. А то Пузита. И возле нее две мелкие, одна из них вот это вот родила и потеряла своего ребенка, к сожалению. Угу. Вон Пузита. Пузита. Возвращается Донна Роза. Там о, такой... Этот к деду с документами опять. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Кто так документы показывает? Опять осуждает, осуждает. Нет, а он ревнует. Не осуждает, а ревнует. Посмотри, грызет его, смотри. Ой-ой-ой, Петро шудится. Петро смотрит такой, боже, какой стыд. Какой же стыд. Испанский. Такой, боже, я не с ними. Бабы ко мне. Ой. Что там было, кто там спасся? Ну это ревнует, ты видишь? Ревнует. Да, там за деда не поделили. Это что-то новенькое, да. Дед, ты когда определился с кем, смотри. Ой, оно орёт и орёт. Дед. Дед один раз налево сходил и столько скандалов. Дед, натворил делов. Дед, мы какую серию рассказываем, что у вас это значит нечто другое? Но сейчас ты мы взял видели, все да. Испортил. Ой, смотри, смотри. Вы что творите, девочки и мальчики? Мальчики, мальчики, что а творите? Вот эта истерита что-то вписалась там тоже куда-то, не знаю. Да она просто это... А тут пылит и пылит, ты посмотри. Истерита все, просто не знает, мне кумным или красивым, понимаешь? Что вы ямки роете вот это опять? Не рой другому яму! Рыжуля, уйди, они ненормальные, судя по всему. Закопает сейчас. Не хочет. Вот, самое развлечение такой ямки рыть. Боже ж ты мой. Вот у Педро. Все чинно, благородно, спокойно. Все как было раньше. Вот одна серия была, что тут это вот истерили они у него. Слушай, тут вообще вырыл, смотри. Опа. Уже. Усатый нянь. И ты туда как же, да? Как ты вот это? А поэтому и у Донны Розы был молодой самец, а не ты. О-хо-хо-хо. Так, так. Так, Рыжулька. Смотри, он как сейчас... Он нервный. У них с дедом противостояние. Не, кто яму больше них... А, ну соревнование это не... Противостояние у него с усатым нянем. Вот второй самец молодец. Нашел себе, понимаете ли, Донну Розу безотказную. И Заура там же тоже неплоха. Педро ни на что не претендует. Да не, он это, он что-то там ковыряет себе идет. У него нету опухолей, друзья. Это не опухоли. Не надо завидовать ему, мужчины. У него вон какая стульчик.
Боже, Роза, чё ты орёшь? Чё ты орёшь? Заура тоже, смотри, приготовилась такая, документы показать. Такая сразу, знаешь, как это... Мы с тобой, Педро, мы с тобой, скажи, да? С дедом не пойми, разбери вот это, да? Как в местах не столь отдаленных, знаешь, там милиция типа заходит, все сразу построились, документы предъявили. Ну, я вообще не знаю как, только по фильмам могу судить. Вот, но... Так и тут, такие две сразу. Поник, документы показали. Все норм. А вот самец. Да, мы документы показывают, а дед. Ну да, а дед, конечно, вот это распустил у себя. Дед распустил Содом и Гоморру. Без разбору вообще. Роза такая под розиту такая, говорит, залазь. Ага, так, погнали. Дед, смотри, смотри, дед идет. Роза? Роза? Это не Роза. Это а, это Пузита. Тьфу, все, ты. Все, Роза. Твои, Роза. Это, прости. Прости. Солнце в глаза. Это Пузита. Я же, а я гляжу черненько. Ну, да. Еще ж да. А то, что то, меньше оно в два раза, ну то такое. То такое. Я аж прям переживать начала. Роза, оказывается, не так низко пала. Не так низко. А кто там лежит такой? Кто там такой с ними лежит? Вот это вот. Это Изаура, ой, не Изаура, а это Истерита там. Да, блин, по-моему. Я только сфокусировалась, да, наверное. Узумпьерку. Наверное. О, где? Что такое? Устроил. Роза, вот это, обходишь Педро стороной. Изменщица. Где моя Масюська? Вот это вот Рыжиков побежала. А где? А где? А вон внизу Розита, да. Вот они вдвоем. Ага, вон вот. Розита, вот Рыжулька. Ох, ох. Прыг-скоки. Прыг-скоки. Аня со Степой прямо. Угу. Туда-сюда, туда-сюда. О, чё пылишь там? Чё пылишь? Ой, ну надо показать, что вот там. Это, да. Чё началось-то? Да. Против кого дружим? О, смотри, смотри, внутри такая. А, против внутри. Против внутри дружим. Смотри. Понятно. А внутри морковку хочет. Внутри, а ты вообще ты уверена? Убитая какая-то, что ли, а? Ты что творишь? Ты смотри. Куда лезешь? О, пугай ее, пугай, малявка. О, тюп, как солдатик старый. Такая сама испугалась. Я большая, скажи. Так, она за морковкой. Ой, Педро увел свой табор в закат. Все нормально, две девы с ним и вот этот вот подмена педровская. Так, внутрь ушла. Внутрь убежала. Вот она, вот она, вот она, вот тут у куста. Не видно вам будет, все равно. Никак. Ну, все. Вот там, и вот она. И мы пошли. И мы пошли. Ой, мама Люпуська побежала. Далеко. Далеко побежала. Так это ж Рыжулька побежала. Ну, да. Он с Розитой не играл. Самостоятельно. Может, я это прям... добью. Да, тысяч. На пенек. Залезу. О, все. Есть. Ой, хорошенький. Сейчас пока мамка не хватится, будут там играть. Понятно. В кусты туда.